Позвольте поприветствовать всех, кто смог добраться в этот солнечный день, очень красочный, яркий. Этот день символический. Сегодня день рождения нашего города, города Санкт-Петербурга, и одновременно такое знаменательное событие. Наш третий международный съезд приветствует нашего гостя, замечательного и горячо любимого нами Артура Фримана. И давайте поприветствуем. И буквально сейчас, минута на минуту, мы услышим его доклад, посвященный не только когнитивно-поведенческой терапии, но и России, где вот вместе сольются и наш любимый вид, любимое направление психотерапии, и фундамент, российские корни, истоки, и мы надеемся, и будущее когнитивно-поведенческого подхода, к которому большинство здесь собравшихся имеет прямое и непосредственное участие, и, возможно, именно вы, дорогие наши друзья и коллеги, и будете частью тех ростков, которые с гордостью, торжеством, радостью и любовью позволят развиваться когнитивно-поведенческой психотерапии у нас в стране и во всем мире. Поэтому мы расцениваем визит Артура Фримана как такой мост между Соединенными Штатами и Россией, между когнитивно-поведенческой терапией там, где она расцвела исторически, но тесно связана, как мы знаем, со многими отечественными именами. И забегая вперед, уже предвкушая доклад Артура, хочется сказать, что и сам Артур имеет непосредственное отношение к нашей стране, к России, к тому, что мы называем привычно постсоветское пространство, потому что бабушка Артура из Минска, а дедушка из Киева. Поэтому Артур наш человек, можно сказать, всеми фибрами души тесно связанный и переплетенный с культурой, наукой, традицией такого большого постсоветского или российского пространства. И поэтому мы видим, как перекликаются и наши интересы, и как связан наш менталитет, наша ментальность с американской ментальностью, насколько близки, понятны и дороги нам те идеи, которые в свое время высказал Арон Бек, и так замечательно совместным дуэтом они описали в книге «Когнитивная терапия расстройств личности», которую наша ассоциация, как сюрприз этого съезда, как сюрприз этого семинара, который завтра будет проводить Артур Фриман в этом же зале, постаралась издать и подготовить. Это лишь одна из многих книг Артура Фримана, которая раскрывает, ну, в таком хорошем смысле слова, секреты, такие тонкие нюансы когнитивно-поведенческого подхода для того, чтобы мы могли повысить свой профессиональный уровень, разобраться в тех сложных моментах, которые иногда на практике имеют ключевое значение. Поэтому большое спасибо Артуру за то, что он проявил такой жест доброй воли, согласился к нам приехать и будет помогать нам разбираться в сложных хитросплетениях когнитивной терапии при таких тяжелых формах, как расстройство личности. Мы посвятим этому завтрашние 2 дня. Большое спасибо нашим коллегам из Китая, которые нашли возможность такой расширенной делегации добраться в этот северный город, совершив такой далекий путь. И мы тоже очень надеемся на то, что мы будем строить мосты, аналог Великого Шелкового пути, соединяющих наши страны и через нашу страну Европу, и, мы надеемся, и Соединенные Штаты. И что символично, наша встреча идет вопреки политическим каким-то разногласиям и тенденциям, потому что политики — это лишь часть
населения, скажем так. Да, они уполномочены, они имеют власть, но строят отношения люди. И поэтому я надеюсь, что мы как раз сможем выстраивать наши отношения вне политического контекста, вне напряжения, которое есть сегодня в мире. И поэтому мы очень благодарны всем вам и благодарны, конечно, многочисленным членам нашей ассоциации, которые собрались сегодня здесь, на этот форум. И благодарны всем нашим пациентам, благодаря которым мы видим, как эффективно работает когнитивно-поведенческий подход в психотерапии. Но наряду с этими замечательными событиями, к сожалению, эта неделя омрачена еще и трагическими событиями. Вы все знаете, что на днях произошел теракт в Манчестере. И не так давно, к сожалению, подобный теракт произошел здесь, в Санкт-Петербурге. Он тоже унес жизни больше десятка людей. И это происходит сейчас повсеместно, с прошлого нашего съезда за этот год. К сожалению, это уже много трагических историй. Это и французская трагедия в Ницце, и трагедия в Берлине, и трагедия в Бельгии. Поэтому позвольте, несмотря на то, что у нас сегодня праздник, несмотря на то, что у нас День города, несмотря на то, что у нас форум столь представительный, все-таки попросить вас отдать дань погибшим в этих трагедиях, в этих терактах, и начать наш сегодняшний форум с минуты молчания, посвященного жертвам этих терактов. Спасибо большое. Наша ассоциация существует уже 18-й год, и большую роль в ее развитии и формировании сыграли многие, кто здесь присутствует в этом зале. Но, наконец-то, впервые к нам присоединился наш дорогой друг и очень известный психотерапевт. Вы все его хорошо знаете и неоднократно видели. Но теперь у вас будет возможность увидеть и, может быть, даже пообщаться кулуарно непосредственно. Андрей Владимирович Курпатов, попрошу тоже поприветствовать. Так совпало, что сегодня Артур в своем докладе коротко коснется представления о развитии когнитивно-поведенческого подхода, о видении даже четвертой волны. Этому будет посвящено несколько фрагментов его семинара, который состоится в Москве через неделю. И доклад Андрея Владимировича тоже будет посвящен представлениям о четвертой волне. Поэтому мы надеемся, что и роль России в этом развитии, эволюции когнитивно-поведенческого подхода будет тоже активной. Что мы не только гордимся именами Павлова, Сеченова, именами Ухтомского и Выгодского, ну и надеемся увидеть многих и здесь собравшихся в качестве такого авангарда и пионеров развития когнитивно-поведенческой терапии не только в Санкт-Петербурге, не только в нашей стране, не только в филиалах нашей организации, но и в дальнем зарубежье и во всем мире. Очень скоро, в конце июня, состоится 9-й Всемирный форум, Всемирный конгресс когнитивно-поведенческих психотерапевтов. Вы видите, что цифра еще такая небольшая, не перевалила через несколько десятков, поэтому мы близки в этом отношении мировым тенденциям. У нас уже 3-й международный съезд. 9-й съезд, который пройдет в Румынии, конечно, грандиозен по своему масштабу. Там соберутся очень многие известные спикеры, в том числе, конечно, Артур Фриман, Джудит Бек, Роберт Лихи. Это те имена, которые нам хорошо знакомы, в том числе вот Роберт Лихи приезжал и выступал в этом же зале ровно год назад.
Поэтому мы видим, как становятся близки вне вот этих границ, разделяющих наше государство, вне вот этих пространств через океаны, как становятся близки люди и как становятся близки специалисты. И мы видим, что наши помыслы, наши надежды, наши чаяния, они едины. И границы, они есть только в голове, они очень условны. И поэтому то, что нас различает, это скорее когнитивные аберрации, когнитивные ошибки. И мы надеемся, что и когнитивная психотерапия внесет свой весомый вклад в то, чтобы вот эта разобщенность, напряженность, конфликты, которые есть во всем мире, расценивать скорее как когнитивное спутывание, как некие иллюзии, которые двигают людьми и приводят к таким серьезным проблемам и неприятностям, которые мы наблюдаем во всем мире. Поэтому мы видим наш вклад не только в развитие здорового общества, не только в развитие медицины, но и в развитие общества здорового в психическом, психологическом и даже духовном плане. Мы, конечно, не претендуем на роль конфессии. CBT, когнитивно-поведенческий подход, ни в коем случае не подменяет собой религии. Но, тем не менее, сегодня эволюция когнитивно-поведенческого подхода показывает, что уже такие важные вопросы, как ценности, как смыслы, затрагиваются этим направлением и объединяют его и с другими направлениями, экзистенциально-гуманистическим, психодинамическим. Поэтому мы видим, что ценности начинают, наконец, нас объединять, а не разъединять. И я надеюсь, что психотерапевты покажут такой заразительный, в хорошем смысле слова, пример людям и других профессий, и людям в целом, чтобы помогать объединять, а не разобщать, чтобы строить мосты и строить вот эти великие шелковые пути, коррелирующие с очень важным для нас смыслом, даосским смыслом пути с большой буквы. Поэтому мы в начале большого пути, у нас сегодня очень важный день, он будет очень насыщенный. Я всех вас поздравляю с этим замечательным праздником, праздником когнитивной терапии. Предлагаю насладиться им, вкусить его и потом чувствовать в течение всего года, а может быть и больше, послевкусие, напитываться им и превращать его в новые достижения, результаты и свершения. Спасибо вам большое за терпение моей вступительной речи. Я передаю слово нашему дорогому другу и коллеге Артуру Фриману.